Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня снова с вами программа «Советы бывалых» и ее ведущие Павел Федоров и Вячеслав Субботин. Сегодня мы, конечно же, расскажем и покажем, как обычно, самые действенные, хорошие, недорогие советы от вас, дорогие друзья, бывалых, как быстро и безопасно вылечить свой автомобиль. Не просто действенные, а оригинальные. Конечно. Итак. Аспирин вместо канифоля. Меняем топливный фильтр на дизеле сами. Сварка в полевых условиях с помощью аккумуляторов. Автомобильный граффити. Как от него избавиться? Вячеслав, я в последнее время стал замечать, что что-то с вами не так. Вы вчера купили в аптеке почти полкилограмма аспирина, причем какого-то подозрительно дешевого советского. В чем проблема? Вы все-таки болеете? Это наилучше. Нет. Я жив и здоров, слава богу. И, как говорится, не дождетесь. Но с этим препаратом можно легко, оказывается, паять разные вещи. Что угодно, Павел. Потрясающе. Я покажу как. Припаять проводок, деталь, когда у вас в руках паяльник, припой, канифоль, либо другая там состав обезжиривающий. Но не составляет вообще никаких трудов. Знаете, у меня был такой интересный случай. Я ехал на автомобиле еще не в прысковом. И в распределителе есть проводок. Он ведает за систему зажигания. Без него не возбуждается обмотка и не появляется искра. Поэтому мотор не заводится. Вот у меня это такое случилось, все заглохло. И нужно было ехать, и нужно было припаять этот проводок, потому что просто вот так его с круточкой сделать, ну, невозможно было сделать. Знаете, какой я нашел выход из положения? Припой я нашел. Я нашел его в других соединениях. Там было его немного. Но не было обезжиривающего состава. И мне помог в этом случае аптечка, в которой я нашел аспирин. Вот аспирин – это кислота. И если ей пользоваться, как обычной паяльной кислотой, то можно легко припаять. Так вот, мы сейчас воспользуемся вот этой кислотой. Вот так. Крокодил готов к работе, и ремонт в полевых условиях будет надежен. Итак, друзья, если кто-то пытается заканифолить вам мозги, то пользуйтесь аспирином, это гораздо эффективнее. Дизели сегодня завались, хотя цены на топливо высоки. Но машина очень экономичная. Да, не всякого сомнения, но обслуживание очень дорогое, Павел, очень дорогое обслуживание. Хотя я знаю, что вам знаком один способ замены фильтрующего элемента. Правда, это легко? Друзья, к нам недавно пришел совет, где раскрываются все хитрости замены топливного фильтра на дизельном автомобиле. Эксплуатация дизельных автомобилей в нашей стране – история особая, потому что качество топлива по-прежнему оставляет желать лучшего. А это значит, что под ударом прежде всего топливная система, и поэтому очень часто приходится менять топливные фильтры. Сейчас мы расскажем о том, как это сделать самостоятельно практически на любом дизельном автомобиле. Итак, для этого нам понадобится один ключ, в котором отворачивается фильтр, собственно, сам сменный фильтр и немножко солярки. В большинстве машин фильтр легко доступен, поэтому берем, собственно, ключик, в данном случае вот такой вот, и отворачиваем. В данном автомобиле он находится вот здесь сверху. Обращаю ваше внимание, что эти работы может выполнять непрофессионал. Действует одно главное правило – лишнего ничего не трогаем. Собственно, под этой крышкой и находится у нас наш топливный фильтр. Берем новый, точно такой же, вот он. Но предварительно, соответственно, в комплекте нужно использовать две резинки, которые поставляются с фильтром. Одна на крышку, вторая, соответственно, на сам винт, который мы только что извлекли. Ну, как видите, все элементарно. Новый фильтр вставляем на посадочное место. Вот так, аккуратненько, вот он у нас встал. И теперь главная хитрость, друзья. Как вы понимаете, насос ТНВД, если просто сейчас попробует запустить мотор, глотнет воздуха, и машина попросту не заведется. Основной секрет в том, что прямо в фильтр, прямо в стакан нужно долить небольшое количество дизельного топлива, что мы сейчас аккуратненько постараемся сделать. Фильтр должен пропитаться соляркой, стакан должен быть полным. После этого, соответственно, все ставим на свои места. Ну что, все готово, запускаем. В
Как вы видите, мотор без проблем завелся, но сейчас отрабатывается топливо, которое находится в магистрали, а вот чуть позже, когда оно кончится, обороты могут начать скакать. И вот тут задача нашего долива солярки фильтр как раз была минимизировать вот эту воздушную пробку, которая должна проскочить. Вячеслав, я сегодня с утра вас видел в костюме сварщика, и вот зачем вы вот этот маскарад сюда привели? Это я на маскарад пришел. Так, и? Вы меня узнаете? Конечно. Тогда все, дело сделано. На самом деле, есть роскошный совет, как просто в поле соорудить из нескольких автомобилей, из двух, сварку. Еще один совет бывалого я подсмотрел у спортсменов, кто занимается трофи-рейдами. И они придумали отличный способ, чтобы приварить сломавшуюся деталь одну к другой. Они собираются в 2-3 автомобиля, включают параллельно аккумуляторы, образуется хорошая линия, мощный ток, и они таким образом варят сломавшиеся детали. Я попробую это воспроизвести на обычных автомобилях. Разумеется, сначала нужно отключить аккумулятор от бортовой сети. И используем обычные провода прикурите. Ну, желательно, конечно, они должны быть хорошие, медные, не простые китайские, а с хорошими зажимами, чтобы обеспечить большую площадь пятна контакта. Когда большая площадь пятна контакта, тогда и ток будет большой. Ну и, соответственно, сварка лучше. А сейчас основную батарею мы подключаем с дополнительной. Параллельно. Минус к минусу, плюс к плюсу. Смотрите, не перепутайте. Причем делаем это, поскольку нам нужны дальше сварочные будут штуки. Мы немножко упростили себе задачу. Вместо вот такого обычного зажима, да, его можно совершенно спокойно использовать и варить таким зажимом. Но мы использовали такой сварочный, ну, чтобы было приятнее смотреть. Делаем просто. Вот раздвигаем клеммы. Ничего сложного в этом нет. И минус к минусу вот таким образом подсоединяем. Плюс присоединяем к детали плотненько, причем потираем ее. Это часть глушителя. Мы будем имитировать, что мы варим отвалившийся глушитель. Теперь нам нужно создать дугу. Можно пробовать электродом, обычным электродом 1,5 или 2 миллиметра. Поэтому мы дугу будем создавать вот с помощью вот этой щетки, угольной щетки от отслужившего свое генератора или электрической дрели. На дороге можно много чего придумать. Мы используем сейчас вот такую вот маску. О, да, совсем забыл. Мы же соблюдаем технику безопасности. В любом автомобиле должны быть перчатки. Ну, а в качестве пересадки можно использовать, в общем-то, обычный электрод. Ну вот. Вот, смотрите, мы, в общем-то, ловко вот здесь вот все заварили. Таким образом мы вызволили себя из болота и доехали с успехом до пункта ремонта или просто до дома. Нам пришла замечательная посылка из Петербурга, и там находился вот такой вот небольшой пузырек. Зачем? Это что, внутреннего применения? Да нет, наружный как раз, наружный, и можно не только на человеческие, так сказать, ткани покрова, но и использовать на поверхностях автомобиля. Очень любопытно. Да.
Наш зритель Сергей из Санкт-Петербурга уверяет, что с помощью вот этой штуки можно бороться с вандализмом. Смотрим? Конечно. Этот совет для тех, кто живет в непростых, сложных районах, где полным-полно вандалов, которым любят портить автомобили. Ну что, например, делать, если ваш автомобиль разрисовали? Пошел отсюда. Не спешите просчитывать, во сколько обойдется покраска или полировка автомобиля. Загляните в ближайшую аптеку. Так, ну вот оно, оружие преступления. Автомобильная краска на основе алкидных смол, то есть, в принципе, хорошая штука. Она нанесена на дверь. Значит, поможет нам в этом обычное средство, которое стоит всего лишь 40 рублей. Это димексид. Штука используется для наружного применения, то есть абсолютно безопасно для кожи. Берем тряпочку, наносим и пытаемся это все дело стирать. Краска быстро сохнущая, поэтому кое-где она схватилась. Особенность препарата в том, что он смывает очень нежно, деликатно, сохраняя сам лак автомобиля и родную краску. То есть смывает только то, что снаружи. Главное не жалеть этого димексида, он дешевый, подчеркиваю еще раз, да? И смыть все-все-все. И на всякий случай, так сказать, контрольный – это вода. Закроем наш дорогой димексид. Все-таки агрессивное средство, я думаю, что есть смысл все это место еще разочек промыть обычной водой. Конечно, дверь теперь с легкой синевой, но ничего страшного, так даже красивее. А в принципе, совет работает. Спасибо Ивану из Костромской области. Спасибо Василию из Питера. Мы знаем, у них очень злые зенитовские болельщики, которые часто грешат тем, что расписывают автомобили. Если вы живете в Питере, как видите, вот такой совет работает. Друзья, ну, на сегодня у нас все, поэтому продолжайте писать нам. Мы читаем вашу почту и, как видите, некоторые советы воплощаем в жизнь. Поэтому пишите, звоните. Я напомню, что с вами была программа «Советы бывалых» и ведущая Вячеслав Субботин. И Павел Федоров. Ждем вас.